музыканты Вятской филармонии попадут в книгу Гиннесса. 41 исполнитель из 3 оркестров филармонии примет участие в самом массовом исполнении гимна России. Это будет сборный оркестр из 10 тысяч музыкантов, приехавших из 85 регионов страны. Исполнит гимн 40-тысячный хор, среди них будет и 48 кировских хористов. Возглавит кировскую делегацию дирижер Вятской филармонии Евгений Дробахин. Состоится мероприятие уже 1 сентября в Санкт-Петербурге. Оно приурочено к юбилею гимна страны, которому в этом году исполняется 75 лет. Все происходящее будут транслировать в прямом эфире на одном из федеральных каналов. Конечно, это грандиозное событие. Я уверен, что музыканты, исполнители, которые поучаствуют в этом мероприятии, получат колоссальный заряд не только творческий, но и патриотический, потому что эта акция, в первую очередь, я расцениваю как патриотическую акцию.